Самовыдвиженцы определились, настает очередь партийцев. Истек срок, отведенный кандидатам-самовыдвиженцам для подачи документов для участия в выборах в Государственную Думу. Прежде чем вступить в полноценную предвыборную гонку, им еще необходимо собрать подписи избирателей, которых должно быть порядка 15 тысяч. Всего по 46-му одномандатному Краснодарскому округу намерены баллотироваться три кандидата-самовыдвиженца. Это Алексей Павлов, Анатолий Алексеев и Виктор Котляров. Сейчас в избиркомах ждут документы от кандидатов-партийцев. О своем участии заявили 22 партии. Их представители могут подать документы на участие в избирательной кампании до 23 июля. По 46-му округу это сделали пока два кандидата от двух партий. К слову, 14 партий освобождены от сбора подписей избирателей. Это те, чьи представители уже есть в составе депутатского корпуса Госдумы и набрали не менее 3% голосов. Остальным 8 партиям для дальнейшей регистрации необходимо собрать подписи. В этом случае условием регистрации будет одно из двух условий. Либо политическая партия в пределах Российской Федерации должна собрать 200 тысяч подписей, и тогда все кандидаты, которые они выдвинули в порядке в одномандатных округах, тоже будут автоматически зарегистрированы. Либо кандидат, выдвинутый в порядке одномандатник, должен собрать тех же самые 15 тысяч подписей и представить их для своей регистрации. Прием документов для регистрации кандидатов закончится 3 августа. Напомню, единый день голосования – 18 сентября. В этот день также пройдут довыборы в Краснодарскую городскую думу. Кандидаты будут бороться за освободившееся кресло парламентария по 29-му одномандатному округу. Пока в избирком подал документы один кандидат.